Ինչպես հայտնում են Ամերիկայի հայկական համագումարից, Միացյալ Նահանգների Սենատի հատկացումների հանձնաժողովը հուլիսի 28-ին հրապարակել է 2023 թվականի ֆինանսական տարվա հատկացումների օրինագիծը, որով վերահաստատվում է ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածի լրացումը և առաջարկվում $2 միլիոն հատկացնել Արցախին հումանիտար աջակցության և ականաձերծման համար։ Այսօր Մոսկվայից կլսենք Իսրայելի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր, Իսրայել-Հայաստան միջազգային ֆորումի նախագահ Ալեքսանդր Ցինկերին։ Բարև ձեզ, Ալեքսանդր։ Բարի երեկո։ Վերջին շրջանում ինչով կբացատրեք ամերիկյան ուշադրությունը Արցախյան հարցի նկատմամբ։ Чем вы объясните такое повышенное внимание Америки в последнее время к Нагорному Карабаху? Я думаю, тут не столько отношение к Нагорному Карабаху, как и меняется политика Соединенных Штатов вообще к Южному Кавказу. Mm-hmm. Если в свое время и Соединенные Штаты, и, честно говоря, Европарламент, Евросоюз не очень занимались этим регионом, то в последнее время все области, которые рядом находятся с Россией, они сегодня представляют интерес, и в данной ситуации, хотя практически не работает Минская группа, к сожалению, она не очень продуктивно работала, но все же она существовала. А сегодня и Евросоюз, была недавно встреча лидеров Армении, Азербайджана с руководством Евросоюза, и Соединенные Штаты пытаются сделать так, чтобы они тоже участвовали в решении проблем в Южном Кавказе, и в данном случае мы говорим вот об Армении, о Азербайджане. Самое интересное, что и в Грузии тоже сегодня Соединенные Штаты определенную роль играют тоже. Так что изменилась политика Соединенных Штатов, будем говорить так. ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարի ուղիղ մասնակցությունը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը Բաքուն կարող է մերժել։ Баку может отказать в прямом участии госсекретаря США в вопросе урегулирования армяно-азербайджанских отношений? Ну, честно говоря, уже азербайджанское руководство высказало свое как бы недовольство. Угу. Понимаете, вы знаете, что они считают, что вопрос Карабаха вообще решен. И на эту тему вообще говорить не имеет смысла. И поэтому только добиваются, чтобы заключить договор, определить границы и признать территориальную целостность двух государств и работать в этом ключе. Мне кажется, сегодня Соединенными Штатами Азербайджан не будет конфронтировать, потому что он находится сегодня как бы и не с Россией, потому что там есть свои проблемы. И потерять параллельно с этим и поддержку Соединенных Штатов, они могут остаться ни с кем. Мне кажется, они будут, в общем-то, осторожно поступать, и они будут высказывать свое недовольство, но запрещать госсекретарю США что-то делать, мне кажется, такого не будет. Երեք հայ-ադրբեջանական սահմանային կրակոցներին այդ բացատրությունն էր տրվում. Вчерашние выстрелы на армяно-азербайджанской границе, тому объяснение? Вполне возможно, но, к сожалению, я только по прессе могу судить, к сожалению, на границе такие столкновения происходят не только вот вчера, и до этого часто было. В общем-то, азербайджанское руководство ведет себя слишком активно, я бы даже сказал бы, порой немножко даже нагло, считая, что за ними сила, и они могут диктовать какие-то условия. Ալեքսանդր, Հայաստանում երևի գիտես, դժվարությամբ են հասկանում Իսրայելի այդպիսի վարկագիծը և պատերազմի ժամանակ և ընդհանրապես. Вы, наверное, в курсе, в Армении очень тяжело воспринимают поведение Израиля и во время войны, и после. Ну, если в двух словах коротко, я скажу такую вещь. После того, как развалился Советский Союз, разные бывшие республики стали странами, они попали в разные геополитические оси. Одна ось сформировалась, это Россия,
Армения, Иран, Сирия, а другая ось получилась — это Соединенные Штаты, Израиль, Турция и Азербайджан. Не, то есть получилось, не имея ничего друг против друга, Израиль и Армения попали как бы в разные геополитические оси. Постепенно начало какое-то сотрудничество налаживаться. И, к сожалению, вот-вот последние годы более-менее начали понимать друг друга больше, и даже начало работать посол Армении в Израиле. К сожалению, во время войны продолжил Израиль поставлять вооружение Азербайджану. Здесь очень много в Израиле было митингов, протестов. Мы выступали против хотя бы на время военных действий, чтобы были остановлены поставки. К сожалению, Министерство обороны Израиля не пошло на это. И как реакция, я понимаю, естественная, наверное, реакция, в Армении поднялась волна антиизраилизма. И она существует, мне кажется, до сих пор. Мы должны начинать как бы все выстраивать чуть ли не заново. Мы очень надеемся, что приехал новый посол Арман Акупян, который профессиональный дипломат, прекрасно знает иврит. Так что я надеюсь, все же народы начнут понимать больше друг друга. Тем более мы не хотим дружить против каких-то третьих стран. Мы можем найти... Кстати, я хочу сказать выражение посла армянского, что два наших народа ориентированы на интеллектуальную собственность, на интеллектуальное мышление. И вот в этой области, мне кажется, можно найти взаимоотношения. Да, войну аминайнив. Инчне Исраилин айтпес капум Бакфин. В любом случае, что так связывает Израиль с Баку? Ну, я скажу несколько таких пунктов. Во-первых, у нас есть одна страна, которая официально не признает Израиль, даже не называет ее, говорят, это сионистское образование, это Иран. Поэтому нас интересует все, что находится вокруг Ирана, особенно мусульманские страны, с кем мы стараемся поддерживать контакты, потому что через них можно делать, ну, мягко выражаясь, определенные проекты. Это раз. С другой стороны, мы не должны забывать, что из Азербайджана мы получаем 30% энергоносителей. Это довольно-таки большая величина на довольно-таки выгодных условиях. Вот основные два направления, которые мы сегодня как бы поддерживаем. Более того, я хотел бы сказать такую вещь. Когда только начиналась такая связь с Азербайджаном, это начало 2000-х годов, я лично несколько раз был в Армении, говорил несколько раз с Министерством обороны. Тогда только мы искали выходы на разные страны бывшего Советского Союза, но Министерство обороны Армении отказалось от наших поставок, сказали, что это дорого для Армении и что они найдут другие решения. Вполне возможно, потому что Армения сотрудничает вплотную России, наверное, через ОДКБ они получают другое оборудование и вооружение. Но у нас был шанс, чтобы в самом начале 2000-м году начать более активно сотрудничать. Не получилось. Да. И скинчэ картум. Израиль к вогджуни хай туркакан харабирюцюнери каркаурум. А как вы думаете, Израиль будет приветствовать открытие армяно-турецкой границы? Вы знаете, я как бы скажу так, что Израиль меньше всего на сегодняшний день волнует открытие границы между Арменией и Турцией. Mm-hmm. Сегодня, с одной стороны, есть проблема ядерная программа Ирана, за которой Израилю приходится отслеживать. С другой стороны, мы смотрим, что сейчас происходит в Турции. Отношения между нашими странами, будем говорить так, нулевые почти что, потому что отозваны послы, и юридически, и политически мы почти что не взаимодействовали до последнего времени. Но сегодня у нас есть определенная связь. Турция в лице Эрдогана очень хочет сотрудничать с Израилем, восстанавливать отношения. Особенно они пытаются решить вопрос, чтобы газ, который найден в Средиземном море, чтобы израильский газ шел в Европу через Турцию. Хотя мы договорились уже с Грецией,
что, наверное, Греция и греческая фирма будет поставлять израильский газ в Европу. Но какие-то отношения с Турцией у нас развиваются, причем МИД с пониманием относится, что в любой момент руководство Турции может повернуться, как это было уже не раз. Поэтому с определенным опасением относится к тем первым шагам, которые сегодня мы видим в попытках как бы опять найти какие-то общие проекты между Турцией и Израилем. Искал арвацутюн хима рус-израилякан харабрюцюнеру? Есть ли сейчас напряжение в российско-израильских отношениях? Есть, и оно усиливается, потому что на первом этапе, когда началась война в Украине, Израиль попытался занять такую нейтральную позицию. Даже наш премьер-министр, в то время был Беннет, Нафтали Беннет, пытался ездить и на Украину, и в Россию, пытался найти какие-то контакты, у него не получилось. Но постепенно Израиль начал все больше и больше выступать и поддерживать, в общем-то, Украину, что, естественно, не нравится России. Правда, Израиль не ввел никаких санкций против России, и тут, в общем-то, руководство Израиля объяснило, что у нас есть проблема на севере, это Сирия, у нас есть определенная договоренность с руководством, военным руководством России, и мы там периодически бомбим караваны вооружения, которые идут из Ирана, Хизбалле, и мы это координируем, наши вылеты с руководством, российским руководством. И поэтому эту координацию мы не хотели бы терять. И вот это сегодняшнее условие продолжается. Но сегодня мы читаем в прессе, иранской, правда, что Россия собирается передать сирийцам С-300, С-400. Постепенно, значит, Россия собирается выходить из Сирии. С другой стороны, у нас сегодня проблемы в России, подан в суд запрос о ликвидации, о закрытии Сахнута, еврейское агентство Сахнут в России, который работал с 89 года, который занимается новыми репатриантами. И я думаю, если это произойдет, мы очень надеемся все же как-то разрулить этот вопрос. Но если это произойдет, то правительство Израиля выступило, что мы тогда будем должны сделать какие-то ответные шаги, как, например, закрытие культурного российского центра в Тель-Авиве или другие какие-то вопросы. Но еще не все потеряно, может быть, как-то этот вопрос будет разрешен. Но в общем, я вам скажу так, отношения с Россией стали более прохладные. Более того, определенный антисемитизм в России чувствуется. Տպավորությունը, որ Իսրայելի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վրա մշտական վետո է դրված։ Մենք սպասում էինք Միացյալ Նահանգների այդ քայլից հետո Իսրայելը կարթնանա, բայց դա տեղի չունեցավ։ Создается впечатление, что со стороны Израиля наложено постоянное вето на признание геноцида армян. Мы ожидали, что после шага США последует Израиль, но этого не произошло. Вы знаете, я тоже ожидал, что после того, как и США, и президент потом подписал, принят был геноцид, нам здесь будет легче добиваться признания геноцида. Более того, наш новый премьер-министр Яир Лапид, когда он был полтора года назад в оппозиции, он даже выставил на голосование законопроект о признании геноцида. И поэтому мне очень интересно, и я надеюсь, что все общественные организации, политики обратятся к новому премьер-министру с просьбой быть последовательным. И если ты уже сделал шаг вперед, то давай попытайся, у тебя сегодня есть власть, попытайся этого добиться. К сожалению, я сегодня не оптимист, я реалист, я уже сколько лет этим занимаюсь и пытаюсь, чтобы скорее все же признали этот шаг. В свое время, когда было столетие геноцида, я тогда говорил со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, и мы договорились, что будет делегация, и два депутата поехали в Армению, когда было столетие.
Тем более сегодня все опросы говорят о том, что больше 65% населения Израиля, они воспринимают эту трагедию и понимают, что это геноцид. К сожалению, наши депутаты не всегда идут в ногу с мнением, в общем-то, населения. Я не буду говорить, что это когда-то, никогда не произойдет. Я бы не хотел бы это связывать с политикой, потому что очень часто мне говорят, вот ты знаешь, плохие отношения с Турцией, давай признаем геноцид. Это факт исторический, и на нем нельзя играть. Мне кажется, давно пора было уже Израилю признать его. Ну, надеюсь, что когда-то это все же произойдет. Чек каротер Ереванин. Вы не соскучились по Еревану? Очень соскучился, потому что, к сожалению, когда началась пандемия в марте 2000 года, я как раз собирался в Армению и в Карабах, и закрыли границы, и с тех пор меня не было уже больше 2 лет. Сейчас я тоже переболел короной, вот только вышел, надеюсь, приду в себя и осенью, на золотую осень, приехать в Ереван, тем более друзья уже, как говорится, ждут, готовы, чтобы надо приезжать.